Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я с туристами иду на гору Судовая. И вы со мной. Денек вот пасмурный, был дождик. Но мы идем. Вот мои друзья. Лена, Наташа, помашите ручкой. Привет Ютубу! Наш поход продолжается. Мы только на смотровой площадке. Показываю вам панораму. И мы пойдем дальше. Покажу вам наши красоты. Наши Уральские горы. Наши хребты. Ну, оставайтесь с нами, мы идем. Вот, друзья мои, посмотрите, какие скалы. Это смотровая площадка горы Судовой. Друзья мои, сфотографируются, спрятались. Прям деревья как растут на краю силы жизни. Наш поход продолжается. Сейчас мы пойдем напрямую сквозь вот такую тайгу. На гору Судовая. Идем мы вот такому гребешку. Такой вот лесоповал. Но мы идем. Тайга Уральская. Туристы, Лена и Наташа, идут со мной. Туристы наши идут. Магнитогорск, привет! Урал, привет! Идемте. Собираемся. Много лет назад здесь был лесной пожар. И вот такие деревья сгорели. Так лежат. Ну вот, идем по гребешку, сейчас будем подниматься вверх, оставайтесь с нами, мы идем. Поднимаемся, видите, последствия лесного пожара. Будьте осторожны, друзья мои. В лесу с огнем. Берегите природу. Не разводите костры, а если разводите, то потом тушите. Слышался немножко. Подъем в гору. Тут же вдали показалась гора. Вот, друзья мои, вот такую красоту я прошел. А мои спутницы заметили и показали мне чудеса природы, волны застывшего моря. Смотрите, полюбуйтесь. Вот еще бутерброд. Наталья показывает бутербродик. О, сфокусировалась. Посмотрите, какой камушек, интересно. Кварцит и еще минерал. Ну, чего только здесь не увидишь в наших Уральских горах.
Посмотрите, какая красота. Обрыв 30 метров. Панорама такая. Наша река Терлянка. Ветерок вот только. Думаю, не критично. Девчонки все снимают, снимают. Любуются. Но любоваться нашей красотой не могут. Вот, друзья мои, слышно или не слышно, та вот, где мы были на смотровой площадке, приехали туристы, стучат в бубен и поют какие-то мантры. Но возвращаться мы уже не будем, конечно, смотреть на них. Но, думаю, слышно. Есть такое движение, индейцы. Вот думаю, может, они. Вот ветерок дует. С их стороны вот ветром доносит. Но если услышали, хорошо. Поднимаемся мы. Лезем по таким кручам. Такую красоту снимаю. Посмотрите. Ну вот звуки мантры закончились. Так они сейчас кричали. Хотел, чтобы вы услышали. Ну ладно, пойдем дальше. Ну вот сейчас с друзьями поднимемся вот сюда вот, на вершину. Покажу вам панораму Уральских гор на юг. Такая у нас красота. Такие скалы. Трава разноцветная. Разноцветие. Ну, идем. Будем подниматься. Вот к такому гребню мы пришли. Поднялись. Маленько солнышко выглянуло. Покажу вам нашу природу. Смотрите, зайчик капуста какая. Вот такой листвянник здесь. Ну, мы уже практически на вершине. Вот такая наша природа. Посмотрите, какая сосенка растет. Вот это сила жизни. Она вот довольно-таки старенькая. Они его шишки. Зелененькие. Ну вот корень. Посмотрите, среди камней. Где только она влагу берет. Бедненькая. Вот так вот. Силы жизни. Среди камней растет. Всем ветрам она, значит, навстречу. Такая, видите, на краю обрыва.
снимаю еще раз это дерево, эту сосенку. Все-таки она меня так заинтересовала. Видите, корень в камнях. Так вот и растет. Вот посмотрите, как лиственницы растут. Вот после лесного пожара ствол выгорел. И вот сбоку, и она вот так вот пошла. Вот рядом тоже одна интересная. Вот сучок какой у нее, лупок пошел. Этот черный пенек от дерева осталось. И вот вдали тоже такая лиственница интересная. Всем привет, мои друзья! С вами Владимир! Всех люблю я вас! Я с вами! Вот старая жизнь дает новую жизнь. Как говорит моя спутница Наталья, в чем мудрость природы? В этом. Продолжение жизни бесконечном. Продолжение жизни бесконечном. Посмотрите, с пенька рябинка растет. Ну, друзья мои, закончился наш поход на гору Судовая. Возвращаемся мы домой. Было очень интересно. Посмотрели, полюбовались нашей природой. Ну, всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Всем удачи.